Здравствуйте, меня зовут Олеся Бурьян, и сегодня я буду печь бисквит вот в этой красочной форме от Фрайбест из литого алюминия с эмалированным покрытием. А бисквит будет не простой, а с кремом и ягодами. Но давайте по порядку. Нам понадобится клубника, миндальные лепестки, ваниль, мука, сахар, сахарная пудра, сметана и яйца. Для начала отделим желтки от белков. К желткам добавляем 2/3 от общего количества сахара и взбиваем все в пышную массу светлую. Нужно сполоснуть венчики и сделать то же самое с белками. Теперь аккуратно в несколько приемов добавляем белки к желткам и очень нежно перемешиваем. Также в несколько приемов добавляем муку. А теперь переложим тесто в форму. Сейчас мы отправляем бисквит в духовку при температуре 180 градусов на полчаса. Экологически чистое покрытие посуды Фрайбест не выделяет вредных веществ даже при нагреве до очень высоких температур. Пока бисквит печется, мы сделаем сметанный крем. Для этого берем сметану средней степени жирности, добавляем к ней содержимое или маленького стручка ванили, или половинки, если у вас он большой. И буквально ложечку сахарной пудры. А теперь отставим начинку пропитаться ароматом ванильных семян и будем ждать, пока испечется бисквит. Бисквит испекся, остыл. Сейчас я выну его из формы. Хорошо бы, конечно, дать ему вылежать 8 часов, для того, чтобы мякиш стал упругим и более податливым. Но мне, если честно, не терпится. Сейчас я аккуратно срежу верхнюю корку и выну мякиш. Мякиш я, наверное, буду вынимать ложкой. Вот так выглядит основа пирога. А сейчас мы совершим небольшую хитрость. Мякиш, который у нас получился, мы смешаем с кремом. Немножечко пропитаться, а сами в это время займемся клубникой.
Еще раз все перемешиваем. А теперь выкладываем начинку в основу. А теперь можно накрыть пирог крышечкой, которая у нас от него осталась. Но мне больше хочется украсить его свежей клубникой и миндальными лепестками, которые я специально для этого приготовила. Смотрите, какая красота у нас получилась. Нам осталось убрать его в холодильник на часок, чтобы он окончательно пропитался. И можно приступать к дегустации. Была Олеся Бурьян. В следующий раз мы приготовим еще что-нибудь вкусненькое. До новых встреч!